В Актюбинской области продолжает свою работу мобильная группа, агитационная группа по формированию антикоррупционной культуры. Так, в Волгинском районе представители этой группы провели встречу с трудовым коллективом мясоперерабатывающего завода. Работникам рассказали о проводимой работе по повышению качества оказываемых госуслуг и борьбе с коррупцией. Далее представители мобильной группы встретились с коллективом одной из школ города Алга. Так, сегодня в Казахстане порядка 50 тысяч человек входят в добровольные школьные клубы «Адал-Урпак». Из них 27 тысяч – это ученики Актюбинской области. Также в добровольные клубы входят 170 алгинских школьников. Как было отмечено в ходе встречи, антикоррупционную культуру требуется воспитывать в первую очередь у подрастающего поколения. Внедрить во всех дошкольных учебных заведениях, в средних школах, колледжах и высших учебных заведениях специального предмета основы антикоррупционной культуры. Ну, соответственно, они по классам, по возрасту ребенка, конечно, подразделяются. Младших дошкольных учебных заведениях, младших классе, конечно, надо прививать нашим детям уважение к честному труду. Показать, что такое зло и что такое добро. Ну, дальше, чем он высший класс, конечно, будет изучать уже антикоррупционную стратегию нашей страны, знать, какая работа ведется.